Возвращение Владислава Суркова, конечно, это тема для кулуарных обсуждений, которые ведутся в Государственной Думе и в других местах. Сурков, безусловно, очень яркая фигура на нашем политическом горизонте. И то, что он так вот внезапно ушел, это было, конечно, неожиданностью. Но вот сейчас, услышав речь Владимира Путина на Валдайском форуме, я понимаю, что под этой речью Сурков бы не подписался никогда. Для сочинения такой речи нужны были совершенно другие люди. Но у Суркова есть, безусловно, замечательные организаторские таланты. И я думаю, что на месте не идеолога, а вот организатора и переговорщика Сурков был бы очень полезен, и я бы приветствовала такое его назначение.